Доброго времени суток, с вами Данил Рыжкин, и это Иисус на Ютубе. И сегодня под мой нож попадает счастливый кабан, ну а также тема о том, что Ютуб распространяет порнографию на своем хостинге. Ну что ж, давайте разбираться в этом деле. Ну и на моей ламповой уютной кухне мы сначала разберемся со второй новостью относительно того, что YouTube позволяет себе распространять порнографию. Эту новость я услышал первый раз несколько недель назад, не помню даже от кого, возможно даже прочитал. Сам я, естественно, ничего не видел, ничего не искал, потому что я не дегенерат, я знаю, что в принципе YouTube все банит сразу. Но якобы начал пропускать, потому что некоторые ребята нашли способ обойти защиту Ютуба, так сказать. Ну, и все же, искать я не буду, потому что я люблю Ютуб без порнографии. Надеюсь, он таким и останется, и ребята из Гугла смогут решить эту проблему. За себя лишь могу сказать то, что как раз пару недель назад, до того, как услышать эту новость, спасибо, машина, что перебиваешь меня, я просматривал клипы, такие клипы, как микс на песне, и в одном из клипов я все-таки на секунду зацепил женский половой орган, но это было просто на секунду, и я просто дотошно смотрю видео, вот и все. Порнография точно никакого отношения не имеет. Ну и поэтому не вижу смысла продолжать развивать эту тему, хотя многие из вас, наверное, перешли именно из-за этого. Вторая тема – это у нас счастливый кабан, и не просто так я сижу сейчас перед ноутбуком, который вы можете видеть на экранах своих мониторов. Для меня это феномен, в котором я хочу разобраться. И когда я набирал специально для этого видео в поиске Ютуба «Счастливый кабан», помимо основного канала и основных видео, он мне выкинул следующее: «Счастливый кабан на отдыхе в Дубае», «Перископ». 26 тысяч просмотров именно «Перископа», то есть трансляция перезалилась, и ее еще посмотрели 26 тысяч раз. Давайте просто вот включим и послушаем, о чем же говорит наш «Счастливый кабан». Это наша женщина из проекта «ТНТ Дом 2». Как вы едите с маки и не толстеть? Я вообще не представляю, как можно есть маки и толстеть. Я толстею от всего. Я не ем ничего, я только белок ем. С Новым годом! Ну и все в таком духе, такое кривляние, такие же диалоги, ответы на вопросы, просто вот такая жизнь. И этому, кстати, посвящен канал. И я не просто так включаю именно Перископ, потому что Перископ — это, да, отдельная платформа, где люди просто сидят и транслируют то, что они делают. В большинстве случаев это просто как они сидят у себя на квартире или куда-нибудь едут. Так, а у этого человека есть канал на Ютубе, на котором вот все то же самое, что и в Перископе. И я не понимаю вас, зрителей, этого контента, который позволяет таким людям существовать. Я раньше в своих выпусках нападал на таких людей, как Дневник Хача, например. Есть похожие каналы, это Жизнь Би, но эти ребята хотя бы исправились хоть чуть-чуть. Они теперь не просто показывают свою жизнь, как они прожигают деньги. Нет, они теперь показывают, как они помогают бездомным, как помогают немощным и старикам, показывают, как заработать непосредственно денег, и показывают это на примере, а не просто так говоря. Этот же человек просто показывает, как он виляет задницей, ну, как она виляет задницей, как она ходит со своим муженьком, и все, больше ничего нет. Нет ничего интересного. И даже если вам, вот предположим, даже если вам не хватает своей обычной жизни, и вам интересно посмотреть на чужую жизнь, так почему бы тогда не искать тех людей, которые хотя бы заморачиваются с монтажом, заморачиваются со светом, со звуком? Вы, конечно, можете сказать, что а ты кто такой, чтобы их критиковать, просто сидишь и у тебя там сзади стена. Я артхаус Ютуба, я как Джармуш. Это же, это как блокбастер от Сарика Андреасяна. И вы же не любите такое кино, и вы не любите Дом 2, вы давно уже выключили свои телевизоры. Но почему-то вы лицемерите, тем самым вы
недостойны дышать воздухом, которым дышу я, и смотрите вот это. Да, фильмы Джармуша никогда не будут окупаться, и такие, как я, всегда будут в андеграунде, если только не произойдет чудо, и мы не получим свои просмотры. Но вот такого быть не должно, и вот этого я не понимаю. И надеюсь, после просмотра этого видео вы хоть чуть-чуть измените свой взгляд, если вы, конечно, фанат этих людей, и перестанете приходить на такой контент. Не обязательно приходить на мой контент, я вам не интересен, но вы не ходите за таким контентом. Найдите такой же развлекательный, но хотя бы с нормальным монтажом, со звуком и с тем, что несет какую-нибудь идею. Тот же самый «Дневник Хача» или «Жизнь Пи». Вот то же самое. Та же самая жизнь, но хотя бы теперь ребята показывают какую-то идею и как они помогают людям и что, в принципе, можно делать, имея деньги. Не просто пропивая, а помогая. Опять же, это хорошо. Странная реклама получается, как будто, но скорее они не должны рекламировать, а не я их. Ну и на этом, я думаю, все. С вами был Данила Рыжкин, самый Иисус на Ютубе. Смотрите хороший и качественный контент. Самое главное тот, который несет какую-либо мысль, правильную мысль, которая позволит вам впоследствии стать непосредственно личностью. Ну а так, если вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и распространяйте данное творчество. А если не понравилось, ну, возвращайтесь на канал «Счастливый кабан». Ну и мое традиционное, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк.